получил удовольствие за 374 деревянных угля. Так, что здесь есть? Чего нету? Здесь есть зеркальце. Ну и, собственно говоря, сам эндоскоп. Так. Интересно, эта штука у нас должна подниматься. Так. И вот сюда вставляем. Дальше. Подключаем. Ну, даже свет загорелся. Просто деревянный какой-то. Оп. Так. Ну, что у нас тут появилось? Ничего. Свет делается ярче, тише. Так. Нужно еще приложение взять, скачать. Инструкция на китайском и английском. IP67. И так пока качается. Немного разобрался. Вот это вот держатель посредством пружинки одевается. И здесь у нас есть магнит. А также есть просто крючок. Точно так же можно накрутить зеркальце и уже использовать как, я не знаю, там перископ какой-то. Ну, зеркальце, конечно, так относительно. Может быть, конечно, эта пленка сверху снимается. А может быть и нет. Царапать пока неохота, но тем не менее. Спасибо, что оно есть. И в этой вещи магнита нет. Здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 светодиодов, переходник под компьютер, под USB, под micro USB, под Type-C. Ну, наверное, делать фотографии, скорее всего, и яркость подсветки. Здесь мягкий кабель, тут довольно-таки жесткий. Скорее всего, там какая-нибудь жила есть. USB камера. Приложение из набора программулин, которые будут доступны на диске для скачивания, чтобы не мучиться и не качать с китайского сервака. Так, запускать. Окей. Старт. Так. Можно и записывать сразу. Все. Так. Старт. Ну и, собственно говоря, вот так вот это все выглядит. Ну и, допустим, в полнейшей темноте
было. Включили подсветку на максимум и погнали. Ну вот так вот это все дело работает. Здесь хороший жесткий для прокладки кабелей, для того чтобы ладить в машине, что-то там заглянуть, посмотреть, я думаю, нормально. Так, окей, разрешить, то есть нажимаем на кнопочку, и у нас снимок есть. Далее зайдем, посмотрим, как все это выглядит. Вот так. И галерея. Вот он наш снимок. Ну, посредственное, конечно, качество, но хотя бы оно есть, что не может не радовать. В общем, как-то так.